Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра! Певица Эдита Пьеха, которой уже 82 года, заявила, что серьезно заболела. Звезда почувствовала себя плохо несколько дней назад и связалась с медиками. «У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи». Эдита Пьеха. Отметим, что уже несколько месяцев Эдита Пьеха не выходит из своего загородного дома в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Как ранее рассказывала ее дочь, певица Илана Броневицкая, мать самоизолировалась, как только пошли первые новости о коронавирусе. Сейчас с родительницей Броневицкая общается только по видеосвязи. Сама приезжать к ней в гости она не рискует. С продуктами звездной певицы помогает личный водитель. Также у нее есть помощник, который помогает прибираться в доме. Как ранее отмечала Эдита Пьеха, она верит, что коронавирус не проникнет к ней на дачу. Звезда попросила Бога уберечь ее от заразы, которая атаковала всю планету и унесла уже почти 200 тысяч жизней, сообщила. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!